Возведение внешней части объекта, внутренняя отделка и проведение коммуникаций. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход строительства нового детского сада в поселке Новоивановское. Вот мы видим, что возведены основные капитальные конструкции. Детский сад большой, серьезный, и он как раз очень поддерживает состояние социальной сферы Новоивановского. Трехэтажное здание будет вмещать 13 групп детей разного возраста. На территории дошкольного учреждения также будут обустроены групповые площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые комплексы. Садик на 300 мест рассчитан. Общая площадь 4100 квадратных метров. Это один из двух садиков. Дальше планируется еще один садик и плюс пристройка к лицею существующему. Все работы на объекте идут без отставаний. Полностью строительство детского сада в Новоивановском закончат к сентябрю этого года. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».